О выполненной работе за прошлый год перед населением отчитался аким Муинкумского района Мадин Мусаев. В ходе встречи он также выслушал предложения и чаяния селян. Подробнее в материале. В Муинкумском районе объем промышленного производства в прошлом году составил более 53 миллиардов тенге. Объем же инвестиций более 12 миллиардов. Развивается и сфера предпринимательства. По всем субъектам малого и среднего бизнеса объем налоговых поступлений в бюджет составил 126 миллионов тенге. В 2018 году площадь посева сельскохозяйственных культур по району увеличилась на 240 гектаров. На сегодня здесь осуществляют свою деятельность 6 сельхозкооперативов. В рамках реализации послания главы государства народу Казахстана работы по социально-экономическому развитию района будут продолжаться. Я верю, что в текущем году мы покорим новые вершины. В районе также проводится и ряд работ по реализации госпрограмм. В рамках поста «Бизнес» было создано более 40 рабочих мест. На постоянные рабочие места трудоустроились 127 человек. В сфере же образования полностью освоены выделенные средства в размере 4,6 миллиардов тенге. В сфере здравоохранения не зарегистрировано ни одного факта материнской смертности. К сожалению, младенческая же смертность составила 5. На сегодняшний день уровень преступности в районе снизился на 28,2%, скотократство на 34%. Мадияр Серик, Нурбол.